Сейчас все закончится уже. Всем привет, ребят, с вами Русский Турист, и это новая реакция на моем канале, новое видео, и с этого дня я начинаю смотреть трилогию Питера Джексона «Властелин колец». «Братство кольца», первая часть. Began with the forging of the great rings. Three were given to the elves, seven to the dwarf lords. Great mine. Nine rings were gifted to the race of men. Who above all else desire power. Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control. О, нихера. Не, какие у него офигенные доспехи? Ring to rule them all. За доспехи респект. Вообще красавчик. Вот это масштаб, офигеть. Охереть, это эффектно выглядело сейчас. Еще так светится прикольно. О. Сгорел из-за того, что ему отрубили пальцы. Голум? Ну, его знаю. Этого паренька я знаю. Ну, в общем, я знаю то, что эта тема будет связана с кольцом постоянно, вот на протяжении всех этих трех частей, связана с этим кольцом. Это, типа, такой был пролог сейчас, да? Такой был офигенный масштабный бой. Не, ну, вроде я понял. Вроде все понял. А, Хоббит. Я, кстати, знаю то, что еще есть фильм Хоббит. Еще одна трилогия, надо будет тоже будет глянуть. После «Властелина колец». Frodo, someone at the door. For all hobbits share a love of things that grow. О, а это Гэндальф. It's wonderful to see you, Gandalf. You didn't think I'd miss your uncle Bilbo's birthday. А как же здесь круто. Я бы там пожил. Фейерверки у него еще с собой, хера. А чему порадоваться, что нельзя? Детство свое вспомнить, блин. О боже, как же здесь... А, эта природа здесь такая классная. Столько зелени и такая музыка прям в тему. Упс. Гэндальф такой высокий в этом доме. Домике. О, ну это мега. Супер мега чил. Гэндальф я сейчас просто уделал. У них у всех такие прически одинаковые, да? Да ничего сделали. Блин, такой же похожий момент, как в Гарри Поттере, где, ну, училка была там такая вот противная в розовой одежде. Там примерно так же было. Фига себе. Мэриэрок Брэндивак. И Перегрин Тук.
I might have known. I know half of you half as well as I should like, and I like less than half of you half as well as you deserve. Чё, блядь? Он, наверное, сам не понял, что сказал. Задумался, блин. I regret to announce this is the end. I bid you all a very fond farewell. Goodbye. Ну все, в розыск сейчас его. Будто разыскивать. I'm leaving everything to him. What about this ring of yours? Is that staying too? Yes, yes. Тут как-то музыка поменялась на этом моменте. Why shouldn't I keep it? I think you should leave the ring behind. Well, is that so hard? Well, no. And yes. My precious. Precious? Ну прям как Голум, да? Голум же любит там. Моя прелесть. Trust. You're right, Gandalf. Bilbo, ring is still in your pocket. Съебаться решил, типа не заметил, да? Думал, прокатит. Так прям показали, да, крупным планом, офигеть. Оу. Еще один голым стал. Я так чувствую то, что слово прелесть в этом фильме прозвучит очень много раз. Моя прелесть. Is it secret? Ты че, дед, ёб твою мать? Нафига пугать-то? What are you doing? Nothing. There's nothing. Wait. There are markings. It's some form of elvish. Проектор. This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. Распознал Гэндальф то, что то самое кольцо. Вот теперь. His life force is bound to the ring, and the ring survived. Sauron has returned. Крестраж, что ли? Типа. Крестраж Саурона? Sauron! Жесть. That would lead them here. Who goes there? Take it, Gandalf. I'm giving it to you. Don't tempt me, Frodo. Must I do? Get down. Опа. Confound it all, Samwise Gamgee! Have you been eavesdropping? I ain't been dropping no eaves, sir, honest. I was just cutting the grass under the window there, if you follow me. Please, Mr. Gandalf, sir, don't hurt me. Don't hurt me in anything unnatural. No. Он что, типа, способен превратить его в животное? Блин, он мне напоминает Дамблдора. Этот Гэндальф. Второй Дамблдор, который тоже обладает магией и может кого-то превращать. Я часто вспоминаю Гарри Поттера, потому что я вот только недавно посмотрел все части Гарри Поттера. Вот, я... Если кому это не нравится, извиняюсь заранее, но я буду стараться не сравнивать два этих фильма. Я, конечно, понимаю то, что они как бы разные, да, два разных легендарных фильма. Если я снова замечу какую-нибудь деталь, я почему бы и нет, почему бы не сказать. Да не ссы ты, ёпта, мать. Погнали, я шагнул и пошёл вперёд. Блин, там жареный бекон с помидоркой. I don't know why. It makes me sad. Just shut your eyes and imagine you're back in your own bed.
soft mattress and a lovely feather pillow. Я не знаю, каково лежать на земле, но, по-моему, я еще ни разу в своей жизни не спал на улице. Там же насекомые, мошки летают. Второй Дамблдор. Кстати, они мне еще напоминают, знаете, кого? Вот в Скайриме, там вот Двакин, да? Там есть квест, где они поднимаются на вершину, в какой-то замок, и там... И там, короче, несколько стариков обучают Двакина способностям. Вот они мне напоминают, знаете. We must join with him, Gandalf. Ты серьезно? When did Saruman the Wise abandon reason for madness? Дела плохи. Sam, we're still in the Shire. What could possibly happen? И сразу же через секунду, да, в тайминг, блин, после этих слов. And those three bags of potatoes that we lifted last week. And then the mushrooms the week before. Ну что сказать, насыщенная, конечно, жизнь у этих двух братьев, блин. Веселая жизнь. О, повезло. О, знакомый момент, где ты это видел. С красными глазами, ёпта. Как они это выдерживают? Я бы сейчас на их месте просто бы как-то выбежал бы нафиг. Сломя голову. Ему же Гэндальф сказал, чтобы он кольцо не надевал нахер. Что он делает? О. This, my friend, is a pint. It comes in pints. Гэндальф не пришел, теперь все, запой, да? Sure, I know about him. He's over there. Ой, бля. Вот сейчас будут проблемы серьезные. Щит. You draw far too much attention to yourself, Mr. Underhill. They're coming. Чего, блядь? Кстати, прикольный прием. Блин, я подумал, что их сейчас реально убили. They are the Nazgul, ringwraiths, neither living nor dead. At all times they feel the presence of the ring. Че он приуныл? This woman you sing of. The elf maiden who gave her love to Beren. A mortal. What happened to her? She died. А чё, полюбить или погрустить? О! Проснулся дедушка. Охереть. Он отсюда не выберется самостоятельно, да? У него есть посоха нету. И как он теперь будет? Strong, my lord. The roots go deep. Не, ну грим, конечно, офигенный у них. Очень реалистично выглядит. И линза у них, наверное, одета, да? Или это эффект, интересно? This was the great watchtower of Amundsen. We shall rest here tonight.
Ну все, короче. А какие же они конченые, блять. Похавать захотели, блять. Какой там третий, четвертый ужин, что ли, у них? Это короли, да? У них короны какие-то. Блин. Блин, покоцали. Мощно, мощно. 10 баллов. 10 баллов. А, нет, 9 баллов. Фродо не защитил. Блин, такой аудиопереход классный. Такой миленький. Блин, это красиво. Блин, это очень красивый момент. Они еще их с земли добывают. Ух, дядя. Хера он Халк. What's this? A ranger caught off his guard. Она как ангел. Блин, такая прям... Они что, боятся воды? Кстати, на том же моменте, где Фродо сделал адский разгон, да, и прыгнул. Ух, нихера, блядь. Ну да, блин, вдоль реки побежали, дебилы. Where am I? You are in the house of Elrond. And it is 10 o'clock in the morning. On October the 24th, if you want to know. А, ну он выжил, я же говорю, он выжил. Гэндальф. Yes. Ну, Гэндальф? What happened, Gandalf? Why didn't you meet us? I was delayed. А. It is over. Embrace the power of the ring, or embrace your own destruction. There is only one Lord of the Ring, and he does not share power. Прокрутили, а? Кстати, я заметил то, что здесь такие вот шаги во времени, да, вот в этом фильме. Перескоки. С одного времени на другую. То есть в прошлое, в будущее, настоящее. Это прикольно, кстати. Welcome to Rivendell, Frodo Baggins. А этот чел вроде с этих... сейчас вспомню фильм. Но этот фильм я, кстати, не смотрел, но знаю то, что он там есть. Это что за рай? А их случайно не убили? Такое ощущение, как будто они сейчас в раю вообще просто. Исильдур, hurry! Follow me! Cast them into the fire! Mm.
нет. Повалил бы просто этот на прогиб, кинул бы и все нахрен. Блин, у них такие глаза красивые. Эльф, они же вроде типа бессмертные, она что, хочет из-за него стать смертной? Блин, ну это очень ответственное решение для него, типа, принять этот дар. А если не поссорится, потом поругаются, и что потом, что она дальше будет делать? Умрет потом и все одна. Bring forth the ring, Frodo. А там собрались какие-то важные, да, персоны? You have only one choice. The ring must be destroyed. What are we waiting for? Цел и невредим, смотри. Не все так просто, да? Ну да, получается, это кольцо на протяжении, получается, всех трех частей будет двигаться к той точке, да, из точки А в точку Б, мне так сказали. Типа вот в этом есть фильм. I will take the ring to Mordor. Though, I do not know the way. Наш маленький герой. My sword. And my axe. Есть твой, как всегда. Тут как тут. Они всегда твоем, да? Неразлучимые братья. Nine companions. So be it. You shall be the fellowship of the ring. О! Братство кольца, да. Ну, ему даже показывать нельзя. Он еле как расстался с этим кольцом. Блядь. I'm sorry I brought this upon you, my boy. I'm sorry that you must carry this burden. I'm sorry for everything. Это его кольцо так искалечило? Left. Навигатор Гэндальф. Крабайн from Dunland. Hide! Hurry! Hold up! Spies of Saruman. А, нихера. Как же все здесь быстро происходит? Это получается, они так уже далеко прошли? Вот только-только, да, вышли из Ривенделла. Сейчас Тарен тоже как Бильбо станет. Нет, ему не все равно. Он хочет это кольцо от себя сделать. Так понял, да? Ему просто нужно сейчас, я думаю, посидеть, покурить трубочку, поразмышлять. Чувствую то, что сейчас что-то будет. This is no mine. It's a tomb. Goblins. Now get out of here. Get out! Это что за... А, это кракен вообще, ёб твою мать. Склероз. Гэндальф, а чё? Что поделать? Голум. Моя прелесть. Какие глаза, ю. It's a pity Bilbo didn't kill him when he had the chance. Pity?
before this is over. Глаза как у кошки. Статуя. He's remembered. No. It mirrors a little more light. Well, there's an eye opener and no mistake. Сколько здесь колонн, твою мать? Shadow moves in the dark. They are coming. Oh my god. GG. Какие звуки буфы, блядь. Понеслась первая битва. Красава. У него кожа, да, очень крепкая. Блять. Ебать, в смысле, нахуй? Не. Я же трилогию смотрю. А, у него... You are full of surprises, Master Baggins. Это, получается, Бильбо ему жизнь спас. Ё-моё. Сделал такой подарок. Эта броня не раз ему жизнь спасет, мне кажется. Я видел, короче, какого-то огненного чувака на мосту. Это вон походу, что ли? Ничего не стоят. Смотрят. Бежать надо, блять, они стоят сейчас. Надо такие вещи на ходу говорить. А он... Арагорн хотел с ним сразиться, что ли? Ты серьезно? О, прыжки и препятствия. Сейчас сбалансировали этот огромный камень весом в несколько тонн. Да, вот он. Голум. Какой ты хитрый, блять, а? Свои планы уже строит, да? Да ладно, блять. Ну, уже я вижу то, что третья часть будет интересной. О май гад, как же там все. Прям устрашающе. Сейчас я скажу. Какие же здесь приятные голоса, боже. Короче, таких фильмов больше никогда не будет. Но, кстати, все-таки первая часть мне чуть-чуть побольше, ну, больше понравилась. Я ставлю оценку 8,5, нахуй. Получается, в следующей части мы увидим битву, как он там говорил, за... Ну, то есть, главное сражение, да, главная битва, в котором все решится. И, получается, этот голум коварный. Удастся ли ему захватить кольцо? Ну, вернуть. Завтра я уже вечером досмотрю этот фильм. И, кстати, потом, после «Властелина колец», я посмотрю все части фильма «Хоббит». Yes. А, это музыка. Вот мне очень понравилась концовка, момент, где говорил Сэм, да, то, что он сказал, в мире есть добро, и за него стоит бороться. Это прям очень мощные слова. И Гэндальф, кстати, вот когда он стал другим, да, ну, Гэндальфом белым, он так прям помолодел, начал, ну, таким стал шустрым уже, более, да, выносливым. Вот, и какой-то он уже стал немножко
Гэндальф серый, он был каким-то более... Много говорил, и у него мысли были очень мудрые. А здесь он больше делал, чем говорил в этой части. Ну и Фродо, кстати, тоже что-то с ним творится неладно из-за кольца. Ну да, кольцо, получается, завозевает им. И ему нужно с этим бороться. Как бы он это плохим не стал в следующей части. Музыка в этом фильме, она какая-то лечебная. Реально, она... Эту музыку можно использовать на всяких терапиях. Все, ребята, всем пока. Всех обнял. До возвращения короля. Грима. Ну, кстати, нам еще Хоббит надо посмотреть обязательно. Вот Хоббит обязательно посмотрю. Прям сразу же, завтра начну. Фродо. Он уже так постарел. Any chance of seeing that old ring of mine again? Sorry, uncle. I'm afraid I lost it. Не, ну, кстати, правильно сказал, да, то, что старику как бы не надо много знать, да. Пусть доживает свои дни спокойно. Это рай. The time has come for the dominion of men. I think I'm quite ready for another adventure. Farewell, my brave hobbits. Они не встретятся. Comes the end of our fellowship. I will not say do not weep, for not all tears. It is time, Frodo. What does he mean? You can't leave. The last pages are for you, Sam. Что-то сердце у меня... Стучит сильно что-то. Я узнаю этот момент. You will have to be one and a whole for many years. I'm back. Харе плакать, все уже. What can you see? Я не знаю, может быть, есть еще какие-то фильмы с более таким... эпичнейшим и очень таким прям ярким финалом. Напишите мне, пожалуйста, в комментарии. Ладно, я отдохну один день, и получается послезавтра я посмотрю Хоббита, первую часть. Мне очень интересно наблюдать за этой вселенной. Может быть, еще и почитать. Я прям вдохновился этим фильмом. Знаете, в чем сила этого фильма? Это дружба, ребята. Крепкая, чистая, настоящая дружба. Любовь еще, да? Любовь Арагорна к той этой очаровательной эльфийке. Как он за нее боролся. Ну, не только за нее, за всех, да? За добро. Тут сила дружбы, она колеблется там. И зло повержено, сука. И Сэм спас жизнь Фродо. Вот, кстати, Сэм. Насчет Сэма давайте поговорим. Сэм просто всех спас. Не только Фродо спаситель, но и Сэм. Если бы не было Сэма, ничего бы не получилось. Они вдвоем спасли этот мир. Он спасал его от голума, да? Спас его в башню, когда один орк его хотел зарубить мечом. Спас его от паука. Где там еще? Ну ладно, я не буду прям точно, да, называть цифру, прям подробно так. Я надеюсь, вам, ребята, понравилась моя реакция на этот исторический фильм. Блин, не знаю, я...
Мне очень интересно, как другие вообще люди реагировали на этот фильм. Увидимся в следующем фильме «Хоббит». Всем пока.